все бегают уже. Сегодня у нас прохладно. Минус 7. Так, кто у нас тут? Кто у нас и что у нас тут? Нигде никого, тишина. Кошка с Матильдой здесь. Так, мои красавцы. Здесь. Молодцы. Цыпоньки, привет вам всем. Ну, пускайте, пускайте меня. Ага. Моя хорошая. Она отвернулась. Нет, 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 нет. Отвернулась, опять хвост задрала. Ну, вот так вот поставите, чтобы хоть немножко у нее была водичка. Вот таких два мощных стола Толя сделал. Вот этот стол под брудер будет, вот этот большой, маленький, вернее, стол, вот этот. А вот этот стол будет, ну, стол и стол, так скажем. А здесь будет брудер стоять. Вот его длина 2 метра 10 сантиметров. И вот у меня теперь вопрос возникает. Какого размера сделать брудер? То ли маленький сделать, то ли большой. Какие стандартные размеры? Я вот в интернете смотрела, там 1,30 на 60, по-моему, высоту. Я вот думаю, 1,30, если остается 80 сантиметров. Сделать еще маленький для цыплят. Для цыплят же долго, они же долго растут, цыплятки. А побольше, который, это для гусей. Ой, ну, в общем, вот вопрос у меня такой. Теперь буду как-то надо определиться с этим. Там. Полочки сделал. И там тоже полочка есть внизу. Ножки специально такие, чтобы на полу не запинаться за эти ножки. Ну, как обычно, вот лавки делают. Можно было просто лавку сделать, да, и поставить. Но мне надо, чтобы пол был свободный. Видите, чтобы везде было свободно. Ну, тут еще инструмента много, конечно, еще ничего не доделано. Еще будут полки с этой стороны делаться. В общем, вот так. Кот обходит домик. Лич, что ты делаешь? Видите, как у животных все. Обтерся, оставил след. Немного пометил. Ой, Рича, холодно. Рича, кс-кс, пошли. Пошли скорее. Уселся на лед. Пошли. Вот так, пойдем домой.
То ли нашел в дровах своих горбыль. Вот такие досточки. Разметил, какую досточку ему нужно. И вот он ошкурил все это, разметил. А сейчас он, смотрите, что делает. Чтобы ровно досточку получить, он вот такие надрезы делает. Ну, покажи, какие ты сделал там надрезы. На толщину досточки, какую ему надо, он сделал надрезы пилой. Да, и вот эту бугорок, вот он сейчас этот скулит топором, и останется досточка. Потом он ее заровняет. Обстрогает. Да, обстрогает со всех сторон, сделает гладенькую, ровненькую. В общем, вот эту досточку он делает для того, чтобы сделать полочку. Для полочки вот такой треугольничек нужен, чтобы на нее положить доски. И получится полочка. Вон в том углу он будет делать полочки. Видишь, какая получается. У нас дорога вся растаяла и даже местами уже сухая. Представляете? Март месяц. Вообще такого даже не помню, когда это было. В апреле только начинают ручейки бежать. А сейчас в марте все растаяло. А снега было много, но еще много, конечно, лежит. Но все равно. Так что весна ранняя идет. И говорят, даже лето будет жарче обычного. Что не очень-то и хочется. Ну вот мы и приехали. За ними можно долго наблюдать. А, вот то ли появились новые рукавички. Ну-ка. Нравятся тебе они? Mm-hmm. Ну вот, носи.